Так, о, все пошло. Так, вот Толян очередного перенгасика вытаскивает. Угу. Маленького. Я таких-то отпускаю, а он берет нафиг. Ему пофигу. И потом ведерочка. Нет, потом на сковородочку. Река Кубань. Вон там раздвоение идет. Право горенькая, лево чайка. Ну, перед раздвоением стоим. Попозже сниму, что мы там наловили. Приехали в обед. Ребята свистнули, что клюет перенгас. Пятница 13-го. Начали щучки. Щучка не клювала, перестроились на Кубань. Хорошо, друзья, по фидеру выдали. И попали в рыбу. Там знакомые ловили, свистнули ориентировку. Заехали, червей купили. Получилось 46 штук. Перенгасики. Самые большие такие. Килограмм, кило 100, кило 200, наверное, с виду. Как-то вот такая рыбалочка.